Всем приветики! Ремонт у нас продолжается. Шкафа, как видите, вы видите, вернее, что его нету. И по плану мы должны были перебирать вот этот вот шкаф. Но мы с мамой решили, что ремонт может затянуться очень-очень надолго, потому что тот мастер, которого мы хотим, он может не прийти, он может опоздать, он обещает позвонить, может позвонить там через неделю, две, три. То есть это очень все долго. Вот, а тот мастер, которого мы прям очень сильно хотели, он не берет трубку. Короче, с мастерами все очень сложно. И чтобы не остаться просто на мешках, не жить на мешках потом месяцами, мы решили вот это вот не разбирать. И поскольку у нас ремонт начнется сначала в Диминой комнате, то есть, ну, Дима тут уже часть ремонта, конечно, начал. Вот. С дядей он сказал, будет продолжать, будет помогать дяде мастеру, да, Дима? То, естественно, мы решили разбирать здесь. Сейчас мы будем здесь разбирать вот эти вот шкафчики. Получается, у него книги в основном вот здесь и внизу. То есть, вот это две пустые. Тут тоже, в принципе, пусто. Ну, и тут по мелочи. То есть, нам разбирать только вот этот и вот здесь. Вот. Ну, здесь, я думаю, в последний момент, когда шкаф будут уже забирать, мы вот это все вытащим, потому что нам потом нужно будет все это воткнуть обратно. Это Димина одежда. Да, малыш? Да. Вот, и тут навесная тоже одежда разная, зимняя. А здесь вот коробки с детской одеждой здесь были. Мы ее уже отдаем бесплатно, отдаем даром. Вот она, эта одежда. Получилось, я думала, получится 3 мешка, но получилось 2 мешка битком. Люди забирают, наконец-то. Пыталась продать, бесполезно, никто ничего не покупает. Отдаем. Так. И сейчас, наверное, вы увидите, как мы будем перетаскивать книги. Мне Димочка будет, конечно, помогать. Вот этот шкаф он мне помогал, перетаскивал, когда там он был. Вот. И сейчас избавляться мы здесь от... Из комнаты его ни от чего не будем. Скорее всего, я думаю, может быть, от этой тумбочки, потому что она, в принципе, наверное, не нужна. Ее девать куда-то надо. Ну, короче, не знаю. Не знаю. Так вот. Так, то, что там висит вот это вот белье, это у меня малыш болеет. Уже 2 месяца болеет. И я меняю ему постельное белье, а сушить негде. Вот, моя сушилка не справляется одна. Очень много постельного белья. Меняю каждый день, поэтому не ругайтесь, не пишите мне, что я живу как в срачевнике. Это потому, что сушить у меня и там забито, и вот этот стул забитый. Ну и, конечно, малыш вот тут вот все ободрал. Это уже 2-я фотообоя. Ему она просто, он сказал, что не нравится. Ему вот это вот не нравится. И вот такие ему тоже не понравились. Ему, оказывается, нравятся цветочки, как и маме. Да, малыш? Дима. Ну вот он, пожалуйста, его ничем не отгонишь оттуда. Вот ему надо, вот он все вот отдирает. Бесполезно. Вот здесь еще пока не начал. Часы у нас пошли вот сами. Стояли. Неделю целую стояли, тут пошли вдруг. Вот такие вот аляпистенькие всякие. Клеят нам. Свекор приезжает со свекровью. Домики всякие, да? Да. А будут у тебя другие обои? Пойдешь сам в магазин и выберешь обои себе. Пойдешь в магазин сам? В дом немецких обоев пойдешь, да? И выберешь себе обои, да? Дом-то тебе высокий дом, то тебе высокий дом. Угу. Обои себе. Там я долго буду идти. Долго? Да ладно, тут рядом идти-то. 2 квартала всего, может, 3. Да я курю, я там здесь. Ну, я тебе открою. Ты же не один пойдешь туда? Или ты собрался один идти? Не один пойдешь? Я один. Ну хорошо, вместе пойдем. Вот, сейчас мы будем с вами перебирать это все. Встал бы туда. А тут уже сколько книг много Димочка перенес. Молодец какой. Так,
так вот, доставай до потолка. Доставай руками вверх. Вверх. Боишься? Чего ж ты потолок бы потрогал, пока возможность есть? Кто тебя еще так подымет? Ты когда ты потрогаешь потолок? А так, видишь, я бы тебя поднял, ты потрогал. Тебя же держат, что ты боишься-то? А? Нет, тебя держат. Я ж тебя держу. Тебя держат, а ты потолок бы потрогал хоть раз в жизни. Давай еще, потрогаешь? Потрогаешь? Давай. Как-то раз. Давай, трогай. Молодец. Дотронулся. Все? Вот будешь рассказывать. Я трогал потолок. Скажи, я такой большой, что трогал. Лампу потрогать. Хочешь потрогать лампу? Ну давай. Давай. Ты не меня. Че ты цепляешься за меня? Да, трогай. Ну. Не трогай лампочку горячую, она. Все, молодец, потрогал. Теплая лампа. Теплая? Да, она нагревается. Она когда горит, греется лампа. Поэтому она даже бывает горячая. И же шатается лампа. Шатается. Ты ее трогал, она шатается теперь. Она же там висит. Два. Опа! Опа! Уже боишься, что она спускается. Я думаю, что ты подтягиваешь? Они у тебя складываются. Ну да. Еще, ну давай. Только давай разворачивайся в эту сторону. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Достаешь потолка? И достаю. Достаешь? Достаешь? Ногами хочешь достать? Ногами я и хочу достать. Здесь хочешь, руками хочешь, да? Руками я хочу. Руками все.